пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластваться в сласть. Какие они заключенные, какие они узники, в чем эти люди виноваты? Собственно говоря, вот это и есть пафос того, о чем мне хочется сказать. Я окунулась, конечно, в этот океан и узнала, сколько несправедливости, сколько несправедливо посаженных людей. И не забудь про меня, я знаю, ты все умеешь, и я верю в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Не слагал я трех гимнов Отечеству, но свободе его послужил. Так что мне, управляющий вечностью, прокатиться в Москву разрешил. На моем 90-летие вот подарок мне вышел какой. И помчался буквально, как ветер я, и приучался в свой город родной. Все обращения обращались непосредственно к Путину, к Медведеву. То есть они думали, что они сейчас прокричат эту свою правду, она станет известна всей стране, и уже тогда этим коррупционерам не забрать, потому что ну как же можно скрыть, если на всю страну, так сказать, это прозвучало. Специально предоставляют возможность людям написать слова поддержки. Потом эти все открытки через Росузник отправятся в политзаключение. Мне очень хотелось стать писателем. Я одновременно мечтал стать летчиком, постовым милиционером, знаменитым путешественником, эстрадным конферансье. Да, люди все понемногу. И не забудь.